огромная печь, на которой 130 кафелей с 50 изображением города Риги, города Юрмал. И эти кафели нарисованы рукой 116 лет тому назад, когда фабрика Целмси Бенц презентовалась в юбилейной выставке, когда город Рига праздновал 700 лет. Конечно, вы можете сказать, что вот там я хочу такой-такой, налите, пожалуйста, мне такой. Но с чаем связана одна вещь. Ну, надо, чтобы этот чай немножко постоял, чтобы вот эта трава уже была в воде. Labu vādu kāpatā
būs atkal jāsatiekas. Labu rīt, labu rīt, labu rīt, tevi sveicinu es. Labu rīt, labu rīt.